Всем привет, ребят, с вами Gabzor.com, и сегодня мы детально рассмотрим возможности игрового ноутбука Dell G5-15-5587, оснащенного видеокартой GTX 960 и процессором Intel 8 поколения. Это недорогой игровой ноутбук, предлагающий достаточный уровень быстродействия. Его уже можно приобрести в российских магазинах. Более подробный список характеристик и цен представлен по ссылке в описании к этому видео. В комплекте покупатель получает адаптер питания и набор документации. Dell G5-15-5587 доступен в классическом черном и ярко-красном вариантах исполнения. Внешний вид агрессивный. Корпус выполнен из пластика и магниевого сплава. Сочетаются панели с разными цветовыми оттенками. Внешние поверхности не марки. По центру крышки расположен хромированный логотип производителя. Крышка открывается с небольшим усилием. В откинутом положении не перевешивает. Снизу наклейка с техническими данными и парная вентиляционная решетка. Есть пара продольных резиновых уплотнителей, предотвращающих скольжение. Рамка вокруг экрана характерной ширины. Ее ширина от 19 до 30 мм, в зависимости от грани. По центру верхней рамки объектив веб-камеры и отверстие микрофонов. На борту набор клавиш с цифровым блоком. Периметр вокруг кнопок подсвечивается. Кнопки с низким профилем. При быстрой печати основание под клавиатурой не прогибается, тачпад смещен левее. Рядом наклейка с основными особенностями ноутбука. Поверхность тачпада матовая, поддерживает управление жестами. На левой грани Dell G5-15-5587 слот для карты памяти формата SD, USB, сетевое гнездо, замок Кенсинга, порт питания. Справа два USB 3.0, порт USB Type-C, спаренный аудиоразъем и HDMI. Набор портов достаточен для подключения периферии. Установлена IPS-матрица с широкими углами обзора. Диагональ 15.6, разрешение Full HD. Сенсорное управление не поддерживается. Уровень максимальной яркости недостаточно высокий. При наличии направленного света изображение блекнет. Покрытие у экрана матовое. Построена система на базе процессора 8-го поколения Intel Core i7-8750H. Его максимальная частота 3,4 ГГц. Доступны 16 ГБ оперативной памяти. Дополнительно к встроенной графике Intel HD Graphics 630 установлена видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060 с 6 ГБ графической памяти. Wi-Fi AC и Bluetooth 4.1. Под хранение данных выделен твердотельный накопитель объемом 256 ГБ и жесткий диск объемом 1 ТБ. Напомню, что по ссылке находится текстовый обзор, там можно посмотреть производительность этого ноутбука в играх. Встроенной батарейки хватает на 6 часов. В режиме воспроизведения видео около 9 часов в смешанном сценарии работы. При продолжительной нагрузке время ожидаемо сокращается. Dell G5-15-5587 – добротный недорогой игровой ноутбук, предлагающий эффективную систему охлаждения, привлекательный внешний вид, экран с широкими углами обзора, а также удобную клавиатуру и хорошую автономность. С удовольствием обсудим с вами Dell G5-15-5587 в комментариях. Всем спасибо и пока-пока.